оказаться среди жителей круглого стола. И снова я участвовал в турнирах и игрался. Скандинавская мифология – красочный мир языческих сказаний о богах и героях, о походах и распрях, о кораблях и сокровищах. В них происходят великие и трагические события. Битвы орлов в небе, смертельные сражения на земле, мертвые войны в волнах – все охвачено чрезмерным напряжением и избыточной жестокостью. Саги наполнены воем ветра и шумом волн. Скалистые берега фьордов, полусфера земли и моря, солнце, звезды и радуга над ними создают картины огромного, неохватного и неподвластного мира. Мощные фигуры воинов целиком заполняют размер листа, смещают его масштабы, создавая пространство мифа, густо заселенное духами гор и долин, копий и мечей. В этом пространстве возможно все. Здесь реальное неотделимо от фантастического. Сквозь множество зла в нем звучат голоса скальдов, воспевающих походы и завоевания викингов, их беды и злосчастья, их доблесть и удачу. Слово о полку Игореве – попытка художника вырваться из различных форм стилизации, уйти от условности и схематичности, наполнить листы ощущением подлинной жизни, которая так объемно и сильно звучит в тексте.